Всем доброго вечера, хорошее настроение, позитивчика, мирного неба над головой. Лаша со вкусом курицы. Зеленушки сюда, яйцо натер на крупной терке. Здесь вот приправа была. Вот. Сейчас майонезик еще добавлю. Чуть-чуть тут осталось. И до богов. Депутат такой не будет есть. А мы простой народ. Приятного всем аппетита. Вилочка тут была вот, пластиковая. Ну, я макарошки так помял, так хорошо прям примял. Простенько. Хотел без хлеба тоненький вот отрезал, потому что чесночок надо. Потому что сейчас все кашляют, ходят. Надо себя постраховать немножко. Иммунитет должен работать. Простенький вкус. А что еще простому человеку надо? Ничего. Похоже, рыбку, наверное, поем. С паском. Еще 8 на вечера. Для позитива чуть не забыл. Огурчик. Хотел солянку сделать, но что-то раздумал. Это же легче заварил и все. Забодяжил. Классно. Бюджетный вариант. Ну, будь теперь все здравы. Я буду дальше кушать.